Хорошая машина? Да, очень хорошая. Чем она хороша? Здесь комфортная езда, но отличается от Тигра, чем автомат-коробка, АБС, кондиционер. Регулируется, то есть отсюда она получается вниз-вверх и вперед-назад. А, понятно. Хорошенькая машинка. Да. Также у него есть еще пульт, получается подача этот, шин, выбирается режим дороги, и с пульта она надувается, надувается, колеса. Солярный? Да. А что за движочек? Вековский. А? Вековский. И века? Да. Ничего не хочу. Это не... Также стоит преобразователь с задней стороны. Штатные места для автоматов, оружия. Есть выходы 12 вольт, 24 вольт для подключения спецсигналов, стробоскопов и так далее, и какой-либо радиостанции. Также есть люк, то есть также может пулеметчик со своим, ну, с оружием, пулеметом вести огонь. Машина новая, смотри, да? Да. Есть подогрев стекол. Видно, здесь полоски есть, если заметно. Слабого. Ну, я понял. Слабого можно хорошо. Да. Также вот цветом вот броня. Она... И тут такой толщины? Да. Это металл? Это броня. А вы попробуйте дверь закрыть. Как раз на ощущение. Это иномаркет открывается. Так же легко, вот. Все. И тут попробуйте ощутить. Вниз. Ничего себе. Что, вы будете брать? Дорогая машина? Да. Что там, 20 миллионов стоит? 37. 37? Ёбать. А Тигр? 15-12 миллионов? Да нет. Нет, 25, да? Наверное. Тоже 25? Да, ну смотря какое оборудование. Ну, лучше, чем Тигр, да? Она? Да. Она своеобразная. Там на нем хорошо, очень удобно ездить. Так как двери, когда закрываются, блокируются, видите, здесь шаг. Вот, вот эту вещь можете снять для своего... То есть ручка, экипаж, когда садится, обязательно должна ручка вниз. Ручка вниз опускается, блокируется. Ага, понятно. Эти, они же защелкиваются вот, вот здесь. Понятно. И также здесь. Это тут защита, да, броня? Это толстый металл, да. Это вдруг какой-либо фугас, либо подрыв мины, что такое, чтобы... целости был. Здесь сначала она идет, потом своя и еще добавочная она. Ничего себе. Да. Серьезно. Хорошо работает, спасает уже летом. Так как окна не откидываются, они спускаются, работает кондиционер. А зимой, зимой-то ничего не нужно, она так тепло хорошо держит зимой. Понятно. Хорошо. Да, образователь, который аккумулятор работает. Также можете снять. Это вот, видите, вот эти шишки, шишка, да? Это не дефект, не дефект шина, а специально такое внутри камеры получается. При пулевом проникновении колесо не сразу спускается, как обычно в гражданских машинах, да? А сама подкачка у нее работает автоматически. А. То есть есть время доехать до места назначения и так далее. Понятно, все серьезно. Передний мост включается, добавочные мосты можно еще включать, чтобы на пониженных скоростях, чтобы можно было ездить на подъем, на грязи, в песок и так далее. Заводится также машина, включается масса, потом блокировка разблокируется, вся техника уже, и с этой кнопки она уже заводится.
оглушится также. То есть просто блокировку выключаем и массу выключаем. Понятненько. А что тут дизелечек, да? Да. Сколько лошадиных сил? 185. Видите, полоски, наверное, на лбом хорошо видно, заметно. Да, да. Ну, это даже сеточка какая-то. Да, это подогрев. А что у нас тут раз, два, пять мест? Да, интересно. Штатное оружие также впереди имеется. То есть сюда вот здесь получается. И вот, вот сюда дуло автомата получается. Ага. И здесь резинка получается. Если я тут это. А вот она резинка. Она цепляется вот сюда, вот ну, фиксируется. И цепляется штатное оружие впереди. Понятно, все прекрасненько. Приятно посмотреть. Спасибо большое.